2022 года, владелец сети автозаправок АНП и Укрпромбанка, президент Союза армян Украины Айк Памбухчан столкнулся вдруг с неожиданными сложностями. Столичный юрист Вадим Хабибулин, специализирующийся на возврате долгов, ни с того ни с сего объявил Памбухчану войну. Причиной атаки малоизвестного тогда юриста на банкира-нефтяника стал отказ последнего делиться прибылью от торговли гранитом. Дело в том, что после того, как киевский адвокат Вадим Хабибулин неожиданно стал совладельцем 14% пакета акций, он заявил о своих претензиях на участие в совместном каменном бизнесе на пропорциональных началах с именитым нефтетрейдером. Памбухчан решил дать бой именитому предпринимателю. После недолгих раздумий Хабибулин официально сообщил о своем желании купить остаток акций карьера, которые принадлежали другим акционерам, а потом предложил на продажу свои за баснословную сумму в 10 миллионов долларов. По плану Хабибулина, за этим шагом должны были начаться судебные тяжбы, которые бы заставили мажоритарных акционеров карьера его уважать. Не стесняясь, Хабибулин так и говорил: «Они не захотели цивилизованно работать, поэтому теперь получат от меня большие запросы в Интерпол относительно офшорных компаний, в которые, по его мнению, выводилась прибыль карьеры. Укрпромбанком, который, по мнению Хабибулина, суживал тому деньги под излишние высокие проценты». Позже коллеги напористого юриста назвали такие действия Хабибулина обычным шантажом акционеров с целью добиться выкупа своего небольшого пакета акций по крайне завышенной цене. Кстати сказать, через некоторое время упомянутый Укрпромбанк и сеть заправок АНП стали предметом внимания группы «Приват», которая в 2009 году таки купила у Памбухчана автозаправочную сеть. А ее руководство щедро поощрило своего агента Вадима Хабибулина, блестяще выполнившего миссию финансово-правового рейдера. Вообще, словесному мастерству Хабибулина позавидовали бы многие. Оказавшись в тех или иных условиях, проворный юрист всегда находил себе весьма выгодное применение за весьма солидное вознаграждение. Как-то в 2008 году тщеславие Хабибулина достигло максимального пика, и он решил выпустить книгу про свой трудовой путь и жизненный опыт. Название говорило само за себя: «Путь к успеху и юридическому будущему». В этом автобиографическом опусе начинающий графоман подробно изложил правила выживания, которые вряд ли могли бы стать достойным наставлением потомкам. Благодаря откровениям писателя Хабибулина удалось узнать, что лидерство и умение приспосабливаться, вопреки всему, всегда было его главной целью. Именно поэтому Вадим Хабибулин сконцентрировал свои основные усилия на колоссальном пиаре собственной персоны в средствах массовой информации, оболваниями. Однако наиболее благодатным временем для медийного роста фигуры Хабибулина стал «Я такой же гражданин Украины, как и вы, как и все другие, и имею свои личные симпатии, убеждения и взгляды, а также имею свой голос». Рядом, да, эксперты, аналитики, мы могли говорить свое мнение. Да, понятно, что это мнение не пускали у корыта, на другие рыло у корыта. К сожалению, здесь же те, кто поменялся, они, к сожалению, еще и хуже имеют основу, потому что до этого говорили все наоборот. В августе Хабибулин. Он сумел развить такую словесную деятельность в сети блогов, соцсетей и прочих доменов имени себя, что нельзя было не позавидовать. В мае прошлого года Хабибулин, обвиняя новых чиновников во всех грехах. Сегодня политик, активист и глава Киевской областной коллегии адвокатов Хабибулин, обреченно рассказывая про апокалиптическое завтра. Упиваясь собственным красноречием, он направо-налево дает интервью, высказывает мнение, ошеломляет комментариями и в то же время успешно отжимает чужой бизнес. Гнев и агрессивность Хабибулина касается всех, кто попадает под его горячую руку или становится его оппонентом. Взорвавшийся юрист с гиперсамооценкой, Хабибулин даже на своей странице в Фейсбуке назвал себя палачом и таинственным дедом Хабибом. Говорят, последнее очень льстит Хабибулину, ведь одним из его кумиров долгое время был самый могущественный криминальный, больше известный как Дед Хасан. Знакомые Хабибулина утверждают, что в память об Усаяне он и назвал себя тоже дедом. Дедом Хабибулина.